Привет, ребят! Я хочу записать такое короткое видео. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и выпить этот бокал вместе с вами за вас. Хочу пожелать вам, чтобы в Новом году все у вас получилось. Хочу, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы Новый год ушел, и с ним ушло все то, что у вас не получилось, какие-то неизбыточные планы, цели, чтобы он унес все с собой. А в новом году, в 2022, чтобы все у вас цели осуществились, все загаданное получалось, чтобы все двери вам открывались, и чтобы всюду вам были, сопутствовала только удача и успех. А также, пожалуйста, оставайтесь здоровыми, потому что без здоровья в нашей жизни вообще никак. Поэтому желаю вам от всей души искренне здоровья, семейного благополучия, чтобы ваши двери дома всегда были для вас открыты, чтобы дома был уют, чтобы вас всегда любили, ждали, чтобы вы домой стремились, как в свой семейный, да, такой домашний, уютный, хороший домик, где вас всегда любят, поймут. Вот у нас такая вот елочка. Сейчас еще Новый год не наступил, 10 часов только по Москве, да, в Германии сейчас у нас вообще еще 8, и поэтому я вот показать вам, вот как настоящие, да, русские люди будем встречать Новый год, потому что для нас это праздник, для нас это действительно самый настоящий праздник, и поэтому мы обязательно накрываем стол. Вот я даже положила такие сосновые веточки. В общем, давайте, если вы еще тоже не проводили, проводим его уже наконец-то, этот старый год. И пусть впереди будет только хорошее, светлое. И все дороги нам открываются за вас. С наступающим вас! Всего хорошего! Будьте здоровы! Всем пока!